Учительница говорит: «Дети, сегодня мы будем говорить об Африке. В Африке есть такая замечательнейшая страна, где стоят пирамиды». Подрывается парнишка, говорит: «Это Египет». Учительница: «Не Египет, а Египет». Другой вопрос. В Африке также есть животное, большое, с короткими ушками, живет в воде. Тот же мальчик подрывается: «Я знаю, знаю, это ебемот». Она: «Ну, не ебемот, а бегемот». Другой вопрос. В Африке есть такое дерево, очень большое, в обхвате там несколько человек, толщина ствола. Опять тот же парнишка подрывается: «Я знаю, 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 это ебибаб». Он: «Не ебибаб, а бабаёб». Бабаб.